Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в Escape from Tarkov. Сегодня 22-й день пути со дна с прокачкой с нуля. Благодаря вашей поддержке, как и договаривались в 21-м выпуске, Tarkov прокачка с нуля, путь со дна, день 21-й. Запускаем розыгрыш. Сейчас будем выяснять, кто заберет копию игры, или чья копия игры уже приобретенная будет усовершенствована на версию выше. Бам! Вот они все комментарии. 617... комментариев, 35 ответов, все здесь. Время, даты, лайки под комментами, это реальные люди, реальные комментарии. Выбираем случайный коммент и... STATL. Есть ссылка? Хабар выиграем, в шике будем. Поздравляю! Победителя зовут Стас, выбрал он игру, копию игры, и уже получил промокод, активировал. Говорит, что все прошло удачно. Еще раз поздравляю с победой. Не отчаивайтесь, те, кто не выиграл, розыгрыши еще будут. Мерси, Аноним, Влад бомбанули знатно. Огромное спасибо за финансовую поддержку. На повестке дня локация Берег. Квесты миротворца и других торговцев ведут в большинстве на эту локацию. Всем приятного просмотра, мы начинаем. Едва успел забрать застрахованные вещи, я даже запись не сразу включил, чтобы успеть перекинуть это все в схрон. 1 минута до конца, а схрон хранения истекает, там дня 3 примерно дается. Всю почти страховку забрал, кроме первой, время вышло, говорят, прапор не стал у себя это держать, добрышка, а там как раз у меня мурка была, по-моему, застрахована, ну и ладно. Так, в водосборнике забираю водичку. Да, и сегодня, короче, у меня есть в схроне фильтр воздушный. Физические свойства... А почему бонуса нет? Ого, генератор надо включать, чтобы все работало, вентиляция. Получается... Получается, что правильно все работает. Без света не работает. Параллельно в санузле начну потихонечку варить тряпки. Мне уже скоро совсем, возможно, понадобится их сдавать барахольщику. Вообще, если между выпусками дня 2-3 перерыв будет, то я в любом случае буду заходить в убежище и ставить что-нибудь на варку. Докупать топливо, ставить в генератор, докупать что-нибудь для варки, так как квестовых предметов мне варить там, не знаю, неделю, наверное. Путевка в санаторий, троих диких добить в голову с дробовика. Секта, часть вторая. Нужно будет маяк в 321 комнате восточного крыла поставить. Забираю мурку 153, поставил на нее глушитель, поставил на нее вальтер, коллиматорный прицел. Короче, такая лайтовая версия. Все свое барахлишко застрахуем. В принципе, тут ничего особо там дорогого. Так, в трофейном или в чем не жалко, можно сказать. Поехали. В общем, план на рейд есть. Это настрелять троих диких в голову. Все-таки надо добить уже этот квест, попрощаться с ним, как с кошмарным сном. И на позднем тайминге залететь в восточное крыло, 321 комната, 3 этаж. Забить маяк, и все будет нормально. О, вот это спавн, так спавн. В прошлый раз я пошел в деревню, и там же мне накостыляли сразу. Так что я, наверное, сразу... пойду на полуостров, скажу. Может, там успеет кто заспавнится. Хотя навряд ли. Ну ничего, мы посмотрим там, что есть, чего нет. Дистанция... О, есть дикий. Есть, есть, есть клиент. Дистанция солидная, поэтому... Нормально, успел один дикарь заспавнить. Может быть, он и не один здесь. Промазал. Подожди. Попал? Убил? Ну не знаю, туда куда надо, нет? Тайничок? Что-то попробовал с этой планкой. Ого, процессор, блин, сейчас бы его забрать. А если я его в подсумке сдохну, все равно галки не... Ладно. Как есть, оставим. Поставил я немножко другую планку, она чуть дальше уже на ствол, считай, крепится.
а не на ржо. Там уже на заправке кипиш пошел. Я не убил его в голову, прикинь. Ну капец. Какой шанс упустил? Надо было дождаться, пока он остановится, а не на ходу его лупить. Ну ладно. Магазинчик можно отнять у него на ППШ. Так, чисто. Мало ли. Вдруг пригодится. Тут ключики спавнятся, но не сегодня. Ну и куча всяких этих... хламокейсов. А, тут, кстати, две медицинские сумки есть. Можно попялиться. Может, что интересного найдем в плане... медицина-то у меня есть. Но там может быть что-нибудь физраствор или что-то в этом духе. Что-то, что стоит чего-то. Эта штука стоит что-нибудь. По-моему... по-моему, ее можно неплохо продать. А может и нет. Проверим. Бинтик, а у меня нет бинтика. Ну вот, видишь, уже. Хоть что-то. Шинами обмотаться просто. Все, слышал шум на заправке. То ли заправка, то ли портовая зона. Но очевидно, что ребята в эту сторону педалят. О. Это уже точно, по-моему, на заправке. Так что я пойду на коттеджи. А лучше в нижнюю деревню, наверное, схожу. Там возле танка обязательно дикий какой-нибудь лазит. Я уже не первый квест на нем делаю. Так что сейчас все посмотрим. FMJ полон. Но это на этих ЧВК, если выскочат вдруг. Будет запасной план. То с этого патрона, который у меня есть, с него, у него точность хорошая, конечно, но пробивная по броне, я сомневаюсь, что он покажет себя с лучшей стороны. Так, где ты, товарищ? О, есть, по дереву топает. Магазин гасился, от дождя прятался. Блин, задерживаешь дыхание, оружие ж, как рельсы становится. Ровненько все, четенько. О, выходит. Есть. В голову. Ох, в голову. Еще двоих осталось. Пошел потихоньку процесс. Главное в нашем деле не торопиться никуда. Видеокарта ждет меня? Нет, отказалась. Еще не доставили. Ну и ладно. Пойдем на коттеджи. Я так подозреваю, что на Норвинском, возможно, босс был. Да если даже и нет, то там группа целая.
стреляла. Несколько одновременно стреляющих ружей я слышал. Так что можно сходить на коттеджи. Посмотреть, что там есть в этих самых... в сейфах. Тихо вроде. Да, у меня ключи есть с собой, все нормально. И от сейфа, и от коттеджа ключи имеются. Так что если диких нет, то все равно не зря зашли. Значит, поглядеть можно этот самый сейф. Мне нужны эти чертовы вазы, львы, часы. Все нужно, все самое ценное, что можно найти в сейфах, все мне надо. Антикварные эти предметы. Иначе я застряну там на некоторых квестах для барахольщика. Он любитель этого дела. Антикварного. Там и вазы, и львы, и кони нужны. Ну, кони у меня уже есть, статуэтки. Кот есть уже, готов. Львы нужны, зараза. Вот они дорогие. Львы мне нужны будут еще и, чтобы ящик диких сварганить. Что там, санитар? На месте? Или отгул? Тихо вроде. Ничего, ничего. Рано или поздно я в любом случае найду вазы и львы и все, что нужно. Черепки, эти кольца с черепками. Все найдем. Это только вопрос времени. У нас есть что-нибудь? Нет, пусто. А тут сумочка на выходе, по-моему. Точняк. Не слышно, не видно. Но они, гады, могут сидеть в таких местах. И сюрпризы, в общем, они делать умеют, это точно. Ключа нет. Здесь ключик спавнится на бочках от вот этого закрытого коттеджа. Стоит хороших денег. Хотя сейчас не знаю, сколько стоит он.
так, 1300-400. О, дождик закончился. Че так скудно-то? Давай, что поинтереснее мне. Да ну. Не густо. Ствол, патроны пистолетные. Ничего серьезного. Ё-моё, 1000 рублей. Знал бы, не заходил. Ладушки, все это хорошо. Когда тихо лутаешься. Плохо то, что лут слабенький. Дверь закрою, чтобы народ... задержался немножко. Увидят открытую дверь, сразу поймут, что лута, но и делать там нечего. А так дверь закрыта. Вроде как и полутать можно. Вот здесь, за этим синим забором, могут заспавниться эти санитары и его приятели. Вон там тайничок в кушарах. Давай. Оп. Ля-ля, понятно. Ладно, фиг с ним. Я вот тут подумал, если они на Норвинском там закусились. Блин, есть. Отлично. А ну. Голова? Голова. Все, последний остался. Если ЧВК на Норвинском закусились, то может быть имеет смысл наоборот на Норвинский сейчас сходить? Они же оттуда наверняка пойдут в лазурку. Рейд тихий. В лазурке я вообще не слышал ни взрывов, ни выстрелов. То есть по первому впечатлению, ощущение, что в лазурке нет никого. А мне же боты нужны. Точнее, один. Уже хочется закрыть этот квест. Я уже заколебался. Вроде бы простенький, да, ботов настрелять, блин. А что-то никак не получается его сделать. Заберем. Топлива нет. Жаль, мне придется докупать топливо. Фигня, сейчас топливо по адекватной цене. Все нормально. Так, теперь вариант либо добить этот квест, либо пойти по квесту... Восточное крыло. Как будет лучше сделать, а? Как лучше будет сделать? О, БТшки. Пойду-ка я, наверное, лучше на ГЭС схожу. На ГЭС, как пить дать, должны быть боты внизу.
Одного чикнем. Без шума и пыли. Ага, есть, есть, есть. Точно, есть тут клиент мой. Хреново то, что он загрен. Заныкался, что ли? Значит, нормально все. Ладно, что стесняться? Пойдем, выйдем, да и шлепнем его. Он сейчас там будет до талого сидеть в углу, если заныкался. Да вот он! О, меня бот убил! Твою мать! Собрал еще одну мурку, переходник теперь поставлю на ружо. Прицел будет поближе, я думаю, попроще так будет целиться. Страхуем куколки-тряпочки. И в ужасе в вечерний рейд еще разок запустимся. Досадно крайне от одного бота откиснуть, блин, когда оставался всего один бот, я не знаю. Ну, может быть, если бы я пошел в лазурку, может быть, по-другому все это было бы. Да вот бы и мешает. Короче, что произошло, то произошло. Все, что можем сделать сейчас, чтобы исправить ситуацию, это взять еще одну мурку и пойти добить этого негодяя. Мне уже надоело, если честно, ходить охотиться за ботами с дробовика с этого. У меня еще будет более назойливый квест, но, как говорится, всему свое время. Обаджа, я теперь возле дороги на таможню заспавнился. Во, вот это сейчас будет другой базар. Чё тут тоже, блин? То прицел маленький, то планка далеко. Плохому танцору, говорит, яйца мешают. Не, рановато здесь еще ботом спавнится. Я не удивлен, что их здесь не слишком близко. Я появился на карту, на карте. Так что вдоль бережка. Сейчас где-нибудь надыбаем диких. Здесь в портовой зоне должны быть ребята. Должны, да не обязаны. Нифига нет никого. Или сидят, ныкаются там. Ну, я до лазурного пока добегу, а мне туда надо будет по-любому. Мне еще много где, я думаю, посчастливится встретить диких. Раз здесь нет, тогда предлагаю на метеостанцию подняться на сопку. На чупа-чупс. Там сейчас попялимся. Вот про это вот я дерево говорил. Здесь елка. И вот здесь можно как спуститься безопасно, так и подняться, в принципе. Он долго будет разгоняться, но стартует потом как на ракетном топливе. Сейчас посмотрим здесь диких. Серьезно, тоже нет никого. А чё так-то? Ой, бля, а чё у меня с фонариком-то? И лазер, и ж... О, я чё взял? Ой-ой-ой, капец я взял. А можно без ЛЦУ, чтоб... А, вот. Пойдёт. Чик. Ага. Нет, нет никого. Видимо, кто-то здесь заспавнился и тоже помешал ботам появиться. Как я на вышке, так и тут. На метеостанции. Окей. Да нет, не лутано. Странно, и сумка закрыта. А, пусто в сумке.
А ну сейчас медицину посмотрим. Кола лежит. Сумки закрыты. Только в них нет ни черта. USB. Похоже, никого здесь не было. А чего боты не появились, непонятно. Твою мать, мне сейчас одного бота надо найти, и я теперь днем с огнем искать его буду. Ладно. Ну, тогда на ГЭС. Следующая остановка ГЭС. Стемнело быстро. Во! Юлок пойдет. Ну дайте мне уже одного бота убить в голову, и все, я пойду дальше дела делать. Кто-то есть. О, бежит. Наконец-то. Надеюсь, это дикий. Ну, давай, заматюкайся что-нибудь. Да дикий вроде. Ох, сайги бы сейчас мне он не накидал бы. Давай лучше таблетку, а? Чё-то сыкотно после прошлого раза. Ура! Закрыл квест наконец-то. Все, на какое-то время можно забыть про дробаши. Пошли наверх, к санаторию. Надо будет подсветить мне, наверное. Это вообще кромешная тьма. Мне едва видно, так вам вообще там в ютубе будет. Глаза выколи. О, видел, да? Скорая проскочил, гад. Опа, назад прошел. Чё за возня? Ага, и там по дереву в восточке. Блин. Сейчас фонарик включу, мне как... Накидают, да? Самую малость послушаю, что происходит. Страшно, блин, лазить туда. Я думал, вы уже все сделали тут, что вам надо было. Что-то вы долго возитесь, парни.
Западная или административная? Западная, по-моему. Не, ну а чё? Волков боятся в лес не ходить, что ли? Пойдем незаметно, прокрадемся сейчас. Да ладно. Закрыто до сих пор. Комната санитара. Что у нас тут? У нас тут адреналин и ледыкса. Нет, да? Грызли есть. Мне ледыкс нужен для квеста, именно с галкой нужен. Мне его либо варить придется, если не найду. Либо если найду, вообще будет сказка, с галочкой вынести его желательно. Мне ледыкс нужен будет для одного из квестов для терапевта. Если я выполню этот квест, то она мне выдаст очень ценную награду, которая даст мне финансового буста прям нереального. Блин, нет тут нифига. Ну ладно. А финансовый буст мне нужен для чего? Во-первых, для солнечной батареи, чтобы потребление топлива в убежище было на 50% меньше. Там 50 тысяч евро нужно. Налом. Плюс очень дорогие там предметы для крафта. Опа, тут справа. Где ты? Надо мной? Пацаны, да сладкие, а? Сите. Я думал. Ты чё так пугаешь, зараза проклятый? Блин, он стрельнул. Обозначил, что здесь тут есть. Зараза. Я думал, санитаровские парни. Весело. Все, началась возня. А мне пофиг, я уже на месте. А я маяк не взял. Бля. Вот идиот. Я забыл маяк. Да я же через себя практически перешагнул, чтобы... Ёпрсеты, тут у меня еще врачебная тайна, часть вторая. Химконтейнер, витамины. А как так я эти все квесты забил, получается, на них? Вот я молодец, конечно. Ой-ой-ой, у меня еще ленд-лиз тут. Я еще и, наверное, егеря не выполнил, да, квест? Как же он назывался, забыл. Ностальгия, по-моему, я не выполнил квест. Нет, 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 так не пойдет. Чё за день такой сегодня, блин, чё за... Рассеянный какой-то с улицы бассейной. А чё у меня еще по ключам есть? 200... Может, тут повезет.
пацаны, Леды Икс. Ну точно, говорят, дуракам везет. Слушай, такое добрище. Такое добрище, надо выносить. Вот это фартануло. Тут частенько вазу находят ребятки. Так, не, ну а чё, слушай, если у меня LED X в кармане, может быть тогда не стоит тут сильно улыбалом торговать. Прям здесь, наверное, десантируюсь и пойду в проход между скал. Очень надеюсь, что он работает. Да, у меня... Если чё, в тоннель потом пойдем. Нормально, нормально. Шины я в этот раз взял. Шины взял, маяк не взял. Красавчик. Мне, наверное, после того, как меня кто-то убивает, мне надо делать какой-то перерыв, чтобы собраться немножко в кучу и... А то я вечно как этот, галопом, ну сейчас я вас, типа, там, бах-бах накидаю, пушку взял, медицину взял или не взял, пошел. Ничего, ничего, нет худа без добра. А если зато ледекс вытащу, то это будет вообще бомба. Он еще и с галочкой будет. Главное, чтобы у меня проход между скал сейчас был подсвечен. И не пришлось мне бежать на другую сторону локации. А даже если придется, ничего, сбегаем. Вовремя я ноги сделал, слушай. Работает, работает выход. Пацаны, ура! Живем, пацаны! Там возня какая-то началась в этом, в административке. Что-то какой-то кипиш там пошел. Фу, Лидекс домой выезжает со мной. Зато теперь можно будет оружие другое взять, а не с дробовиком ходить наперевес. Завершаем путевку в санаторий, часть первая, секта, часть вторая остается актуальна. Путевка в санаторий, часть вторая, установить маяк, вертолет, пометить безопасный путь к вертолету. Короче, у меня еще больше теперь квестов в лазурке, ой, на берегу. Значит, берем маяки у прапора. Готова варка тряпок, еще две сразу заказываю, тут одна пака и на целых два лоскута ткани. Все будет с галками, все будет годно к сдаче по квесту. Одного ключа у меня нет, но он стоит 500 000 за раза. Будем надеяться, что там будет все залутано и мне посчастливится. Тогда днем можно будет пойти, я думаю, даже не можно, а нужно будет. Короче, смотрите, врачебная тайна, часть 2. Найти информацию о судьбе исследований Terra Group, это 306 комната западного крыла, красный ключ. Имеется. Витамины, часть 1, 112 ключ западного крыла. Имеется. Ленд-лиз. Две детали. Одна в 306 восточке, синий ключ, а второй в 216 западке. У меня этого ключа нет, 500 000 стоит, но будем надеяться, что он открыт. Если не открыт, то хотя бы то, что я могу вытащить, я вытащу, а с 216 потом как-нибудь разберемся. По секте тоже восточную часть, точно то же самое надо будет подниматься. Ну и путевка в санаторий, это поставить два маяка, один на вертолете, второй на пути к нему, безопасном. Я не ошибся, в натуре я ностальгию так и не сделал для егеря, капец. А тут планшет для документов меня ждет. Плюс ключ от склада ГЭС. Там несколько ящиков есть хороших. Лишний повод заглянуть на ГЭС будет. Идем на берег, дневное время. Я теперь могу позволить себе пойти с СКС. СКС для меня везучая пушка. Будем надеяться, так оно и будет и дальше. Ушли в лазурный. Набрал опять квестов, гору целую. Ну, зато они все буквально в соседних комнатах делаются, эти квесты. По крайней мере, один из квестов я должен закрыть. Это вертолет и путь к нему подсветить. А вот все остальное в западном, восточном крыле, это уже будем по ситуации там ориентироваться.
Ух, куда же ты меня спавнишь-то, дрить твою в кор... Ну хотя ладно, сейчас надо какое-то время подождать еще. Может повезет, 216-ю западную, может быть, откроют. Знаете что? Он, сука, спавнится. Снайпер. А я без болтовки. Будешь тогда сигнализацией у меня здесь. Снайпер-то спавнится, нет-нет. Я уже не первый раз его там замечаю. Гаденыш. Весело тут у вас. И конкурсы интересные. Сейчас мы... Сначала маяки. Вау, там классно у них. Пули летят. Стекла сыпятся. Так, а что это оно? Где тут ставить-то маяк, я забыл. Где-то ниже, что ли? Может, возле вывески лазурной? Да пошел ты! О, вышел. Ничего, ничего, это нормально, что он подшумел. Я этого ожидал, во-первых, а во-вторых, если сюда внимание чье-то будет привлечено, это хорошо. Так как мне восточка нужна. Единственное, почему маяк не ставится? Или где-то здесь его ставить надо? Я забыл. Я забыл, куда маяк втыкать. Надо шпаргалку попялиться. Давай я вот здесь залягу. Незаметно. Пойду попялюсь, что там. Не то, не ту дорогу. Это не безопасная дорога. Очевидно же, что небезопасная. Там же на остановке боты спавнятся. Безопасная дорога с другой стороны. Со стороны восточки здесь тропинка такая есть. На эту тропинку можно... Ой, нет, там обходить дофигища. Да и пока скакать буду, как козел. Как пить дать, услышат меня. Давай здесь тогда поднимусь. Короче, вдоль забора там тропинка обычная самая. И вот на эту тропинку просто ставишь, оказывается, маяк. А я забыл, прикинь. Ой, здесь можно поставить? Серьезно, а куда его воткнуть? Бам. Прям на камень. Лады. Сидим, ждем. Зашишаем цель. Докидываем патроны. Нормально. Нормально. Здесь безопасно установить. Ну, я же говорю, один квест я точно выполню. Дорога к вертолету и сам вертолет пометить, это не такая уж и сложная задачка. Все, часть задания я выполнил. Раз 30 секунд надо сидеть, пасти этот маячок. Желательно не сдыхать. Я маяк поставлю и здесь в кушарах послушаю. Че почем, кто на чем. Ушли, нет, с восточки, если... А, нет, ни хрена никто не ушел, там по дереву кто-то топал. Там по дереву кто-то топал, но если в западном... Ничего... Не, я в западке ничего не слышал, пока лазил. Может, в западное крыло тогда сходим?
Там вообще на входе 112-я комната. 303-я. Не-не-не-не, давай в западную. Там больше у меня квестовых предметов. Там вроде как побезопасней. Потом в восточку сходим. Сто двенадцатая прямо на выходе здесь. Оп. Ага. О, она открыта, прикинь. В холодильнике нужный предмет. Контейнер. Забираю. Не, меня устраивает, что они с кем-то там закусились. Я сейчас под шумок делов наделаю. Мне нужны 303 и 306 западного, а они... Пацаны, не стреляйте. 303 всегда открыто. Это по квесту егеря ностальгия. В ящике в нижней полке квестовый предмет. Его видят только те, у кого активен этот квест ностальгия. Тут же 306 комната. Эй. А, это 305. Простите, простите. Как слон в посудной лавке. Вот она, папка для терапевта. Тоже квестовый предмет. Видят только те, у кого врачебная тайна, часть 2, квест активен. Ничего лутать, смотреть трупы-мрупы не буду. Не буду. Слушай, если 112 открыто, может быть, есть шанс, что 216 открыто? 216 вкусная, по идее, комната. Ее тоже в числе первых вскрывают. Сейчас тут в подвале гляну одну вещицу. В шкафчике может появиться. Крайне редко, но это возможно. Ключ-карта. Но не сегодня, либо ее уже стараканили. Да, если я красную ключ-карту найду, то это все. Это и схрон максимального уровня. И солнечная батарея, и все на свете тебе. Явно с этой стороны пришли. Со стороны, я имею в виду, тоннеля. Двести двадцать вторая. 219. Открыто. Открыто. Так, а где эти? А вот она. Все. Ленд-лизовский еще один предмет. Ё-моё, не, я не пойду тогда в восточку. И даже суть не в том, что я от ленд-лиза, от квеста ленд-лиз взял какой-то предмет. А суть в том, что мне круто повезло, и эту комнату кто-то открыл до меня. Я просто зашел, забрал квестовый предмет, а мне брать этот ключ за 500 000, чтобы какую-то детальку там одну забрать. Не-не-не, манал я. Пошел я на выход.
Тихо. Ни души. У меня тропинка может быть и не самая потайная здесь, но крайне редко я здесь с кем-то сталкиваюсь лоб в лоб. Так что есть хорошие шансы вынести сейчас массу квестовых предметов. Вы вообще даже не представляете, каково это пойти в лазурку и выполнить кучу целых квестов. А вот и дорога домой. Эта дорога приведет тебя к дому, сын мой. Но я буду не я, если пару тайников попутно не вскрою. Пару сумочек, пару тайничков. Местечко здесь спокойное, безлюдное. Пропан по квесту нужен будет. Не, ну смотри, врачебная тайна, 306 западный, забрали папку. Витамины, 112 западную, забрали. Ленд-лиз, 216 забрали. Восточку мы всегда успеем забрать, так как от восточки у меня есть ключ от 306. Так что это не проблема. 321 по секте тоже открыто всегда. Мы в любой момент можем пойти в восточку и забрать оттуда. Пометить и забрать то, что нам нужно. Пометил вертолет и дорогу. И забрал альбом егеря. Это получается 1, 2, 3, 4 квеста полноценно выполнили. И часть ленд-лиза выполнили. Да нормально, ё-моё. Причем такие непростые квесты. И вот это фартануло и правда. Ну точно дуракам везет. А вообще разницы не заметил, что ночью ходил в лазурку, что днем, и днем, и ночью. Взрывы, стрельба и прочие прелести. Совсем децл опыта, совсем децл хабара, но зато куча целых квестовых предметов. Я доволен, вот это рейдище. Сдаем путевку в санаторий, часть вторая, с пометкой вертолета и пути к нему. Путевка в санаторий, часть третья. О, а чё у меня, ни шлангов, ни воды нет, что ли? Я же... Прикольно, я готов был поспорить, что у меня это все было. Окей. А, где-то я шланги, видимо, использовал в производстве. Вот уебень. Ладно, ничего страшного. ВД-40, 100 мл и шланг — это фигня. Это развязка по-дикому плачет. Врачебная тайна, часть вторая. Наконец-то я передаю этот квест... терапевту. Врачебная тайна, часть третья. Найти автомобиль руководителя медслужбы, взять пробу крови. Этот квест делается в лесу. И витамины, часть первая. Передаю химконтейнер, закрываю квест, долгий, длиннючий, для лыжника. Витамины, часть вторая. А тут у нас уже все в ажуре, все готово. 4 респираторные и 3 перелива. По ленд-лизу передаю очередную деталь. Остается мне 2 детали найти в лесу и еще одна в восточке, 306 комнате. Я поднял 35 уровень, и теперь оружейник, часть 16 у меня открывается. Квест доступен к выполнению. Я, наверное, его сегодня сделаю. Этот квестик. Импорт тоже отличный квест, который я наполовину приготовил. Надо варить, 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 еще раз варить. Надо топливом закупиться, кстати, не забыть. И ностальгия для егерев, это альбом. Будет у меня на один планшет больше, и ключ от склада ГС будет. Вообще, в идеале, для каждой локации сделаю себе отдельный планшет. Это гораздо удобнее, чем перекладывать туда-сюда постоянно ключи.
арамидная ткань сварилась, забираю сразу. Решил заказать варку шлангов, потому что мне шлангов, оказывается, целых 3 надо с галкой, а ВД-40 всего 1. Так что я пойду сейчас за Дикого, заказываю варку шлангов, и за Дикого сразу же воль залечу, буду искать ВД-40 баночку. Ну чё, пацаны, погнали. За Дикого на развязку, 100 лет я уже за Дикого не гонял. Развязка, вечерний рейд, дикарь с пистолетом. Красота. Но это будет крайне быстрый рейд, потому что всего 10 минут примерно в последнее время дается на развязке дикарю. Этого времени хватает едва осмотреть что-нибудь, какой-нибудь корпус из торгового центра. Так что забежал, прочесал, вышел. Мне нужно найти баночку ВД-40 или шланги. Это я за Гошаном. За Гошаном, значит... Значит, все хорошо. Я недалеко от выхода. Блестит, что-то там привлекает. Так и чешутся руки забрать. А медицины хрен. Да маленько. Хотя ишка, это ладно. Выход будет рядышком. Волли, я люблю за Дикого летать. Выход совсем близко. Одиннадцать минут. Ну, конечно. У меня вообще на дорогу минут 5 на выход. Примерно я оставляю. 5-4 минуты. То есть остается у меня для лутания минут... Блин. 6 максимум. Вот тебе и шланг. Подъехал. Но этого времени хватали те, чтобы Волли полазить. Я почему-то думал, что наоборот ни одного шланга не найду. Если ЧВК залетают... Хотя ЧВК сюда залетают за другими немножко приколами, да, нежели там за шлангами, за ВДшками лазить. Ладно, дайте мне ВДшку. И я сразу же домой пойду. Мне всего 3 шланга надо, 1 я нашел. 2 варится. Если одну ВДшку нахожу, тупо разворачиваюсь и валю. Обещаю больше ничего не лутать. Опа. Свои? Слышь? Свои. Смущает меня то, что он целится у меня. А, все. Свои, значит. Вроде свои. Нормально, нормально. Живем, пацаны. Что-то я ВДшек не наблюдаю. А чё так-то? Кому нужны эти ВДшки? Или не наспавнилось? Обычно их тут 2, 3, 4 баночки можно. Сколько хочешь найти. ВДшка никогда проблема не была, блин. Ой, ёпрасоте. Ну, чё тогда, по полкам по этим еще прошвырнусь? И на выход. Щелочь имеется. Электродвигатель имеется. Шланг имеется. О, еще шланг имеется. Бля, ну я... Ого. Ого, наяриваю. Болты. Пойдет. Блин, 3 шланга. Я профукал. Свое счастье не на то поставил. Я думал, что шланги сложнее найти, чем ВДшки. А оказалось ровно наоборот. Я зря поставил варку. Надо было после этого рейда варку ставить. Что-то я, блин, тороплюсь, как всегда. Поспешишь. Говорит, людей насмешишь. А электродвижку заберем. Че он лежит тут? Все равно на выход идем. Пойдем со мной. Три шланга нашел. Все, у меня шланги, если я эти вынесу, варить их, блин, только на продаже, если.
Ну ничего, я тогда потом... Как шланги сварятся? О, пропан, мне пропан тоже нужен. Тогда ты отдыхаешь, а ты работаешь. Все, и второй пропан по квесту нашел. Мне два пропана надо было. Один вынес, вот сейчас второй вынесу. Если вынесу. А давай мне воды. Тут тоже часто я видел воды. Да ладно, фигня, сварим, чё. Цена вопроса 1050 максимум. И времени часа 2-3. Нет, нифига. А, погодь, тут же два тайника еще есть на выходе. Орем, попялимся, тайнички. Не лутана. А, нет, лутана. Какой хозяйственный. Полутал, закрыл аккуратно, видать. Молодец, молодец. И это тоже. Хрен. Нет, воды 40. Ну, зато есть три шланга. Три шланга есть, это значит... Часть квеста закрыта. Чтобы закрыть полностью, мне просто ВДшку надо будет сварить. Либо сходить за дикого, а проще, по-моему, сварить. Потому что... Пока следующий выпуск выйдет, я лучше между выпусками зайду. Поставлю на варку. Я все равно дорогие эти долгие, которые долгоиграющие в разведцентре, буду варить себе железяки. А, так и сделаю. Ну, короче, к выпуску точно будет ВД-40. И в следующем выпуске, прям в начале, если все будет ок, закроем этот квест. Качнем миротворца. И заживем, парни. А, вот тут, короче, друган мой бывал точно. Здорово, даже пробежку не засчитала. Выжил. Выжил статус. Значит, галочки на шлангах остаются. Значит, они пригодны для сдачи по квесту. Получай свой шланг. Еще два штуки надо будет потом сдать. Оставляем. Оружейник, часть 16. Последняя квест из серии оружейник для механика. Мне М4А1 нужна. Была. Она у меня уже была на готове. Была на готове с этого самого. С квеста там одного, не помню уже какого. Вот, и эту эмку я разбираю полностью. Разгребаем ее прям до железяк. Короче, в первую очередь, сама эмка разобрана в разобранном полностью виде. И первое, что нам нужно, это М4А1. Ресивер верхний. К нему уже цепляется ствол и прочие прелести. Я буду собирать прям с нуля, с днища, чтобы было понятно, что, почему и зачем. К ресиверу фильтр по связи нужен будет ствол. Ствол рекомендую убрать 260 мм. Ну, у него по эргономике просто штраф меньше, минус 7 всего эргономики, а ствол, если он длиннее будет, у него эргономика уже минус 11. И эта сборка уже не будет работать с другим стволом конкретно. Нужен будет глушитель, чтобы присобачить глушитель, мне нужно найти переходник, фильтр по связи по стволу. Нужен... Так, нет, функциональные, дульные, пламегасители точно, и KACQD компенсатор. Вот этот пламик нам нужен. 54 доляра. Он и как пламегаситель, и как переходник для глушителя, который нужен по квесту. Так что он у меня уже есть, оставляю вот этот красавец. И по нему фильтр по связи. Ищем глушитель нужный нам, функциональные, дульные, глушилы. FDE именно нужен, нам нужен светлый глушитель, это требование механика. Забираем эту глушилу, цепляем переходник и на переходник цепляем глушилу. Бам, готово. Нужна газовая трубка, поиск также по стволу осуществляется. Фильтр по связи по стволу. Газовые МК-12, низкопрофильный, то, что нужно. Недорогой,
с эргономикой плюс один. Покупаем. Он у меня уже имеется. Далее, нам нужен МК-10 винтовочной длины. Фильтр по связи по верхнему ресиверу. Критические цевья МК-10 винтовочной длины. Вот такая трубка нужна. Есть, поставили. Теперь самое дорогое, это тепловизор RIP. RIPER или RIP IR. Он, блин, если его нет по квесту какому-то еще не получили, или трофейного нет никакого, то придется раскошелиться, но не переживайте, эти деньги вы быстро отобьете. Обещаю. Рипер лучше искать отдельно. Заходим на барахолку, забиваем. О боги. Что я написал? Тепловизионный прицел. Рипер 780, примерно 1000 рублей. Но это вынужденная мера. Это условия механика. И наглазник на прицел тоже нужны. Покупаем и то, и другое. Но теперь вы хотите присобачить тепловизор на М-ку, она не цепляется. What the fuck, скажите. А оказывается, нужно по тепловизору найти переходничок, фильтр по связи по теплоку, давите. И крепление UNV D-Lock IRD. Вот то, что надо. Вот такой красавец. Маленькая такая фигнюшка. Но крайне необходимая для установки. Ставите незаметно чек, переходник ставите незаметно чек, тепловизор ставите незаметно на глазник. Все. Дальше. Магазина 60. Фильтр по связи по пушке. И самые обычные оружейные части, элементы, магазины, станаговский, станаг, 60 патронов. Вы хотите его купить. Покупаете, если нет никакого трофейного, у меня есть трофейный. Ставите на волыну и все, огонь. Дальше нужно вкачивать эргономику. Эргономика это пистолетная тактическая рукоятки и... Как его фамилия? Приклад. Пистолетная рукоятка Ergo PSG 1 Style. Уже она гораздо дешевле стала, 32 куска под 40. Но она нам нужна. Дальше нам нужна будет направляющая по цевью. Теперь выполняем фильтр по связи. Фильтр по связи нам выдает направляющую Александр Армс 10 дюймов. Вот эта вот штучка нам пригодится. Мы на нее будем цеплять тактическую рукоятку. Взяли направляшку, фильтр по связи по ней. И можете взять. Хотя... Я там одну просто приготовил уже рукоятку, но, по-моему, можно будет подешевше. Нет, нету, где-то была... А, вот она, тактическая рукоятка, KC, Vertical Pistol Grip, плюс 7 эргономики, но при этом стоит 31 доляр всего. Забираем, хотите купить ее? Так, направляющую и на направляющую тактическую рукоятку, огонь. Далее, нам нужен будет приклад. Чтобы присобачить приклад, нужна трубка. Трубка идет обычно на любых пушках, но если вдруг нет, то можете спокойно найти ее фильтр по связи по пушке. И вот она прям трубка. Даже адаровская подойдет, я думаю. Да, подойдет. Тут отдача минус 1%, разница и вся. Бам, ставим трубку, и на трубку теперь хотим найти приклад с хорошей эргономикой. Фильтр по связи по трубке, приклады и ложи, и находите Fab Defense GLR-16S. Плюс 13 эргономики, не очень дорогой, но очень практичный приклад. Хотите купить его? Бам. Все, единственное, что остается, это поднять эргономику до 48 единиц. Всего 3 эргономики нужно. Эргономику поднимем мы за счет за этой самой... Заряжание рукоятки Raptor дает плюс 3 эргономики, стоит недорого, и мы закроем квест. В принципе, я думаю, такую М-ку можно будет использовать и в игре. Ну, я с М-ками не играю, я могу ошибаться, сейчас наговорю, потом скажите, что ты там за сбор, кто рекомендуешь, все. Все, квест оружейник, 16-я часть, мы закрываем, все нормально.
За выполнение этого квеста самая вкусная — это награда от механика. Это штурмовая винтовка, короче. Идет та же самая М4А1, только в сборке Space Trooper. И в этой сборке Space Trooper самое приятное, знаете что? Где она? А, забрать же надо, да, получается? К механику идем, говорим, дай. Он дает, забираем. Смотрите. Тут и магазин, и приклад, и все на свете можно продать. А самое вкусное здесь — это Reaper. Тот самый Reaper, который вы покупали за 800 тысяч. Теперь вы этот Reaper можете снять. Он имеется галочка на нем. И продать. Да, вы потеряете по комиссии туда-сюда. Ну, плюс еще и тактическую рукоятку можно продать. Коллиматорные, фонарики. Все, что на нем есть, все можно продать. И в принципе, квест сам себя окупает. Тем более, если есть трофейные плюшки, то вы будете в хорошем плюсе. Я буду это все добро разбирать, так как у меня М-ка обычная есть. Мне нужна будет одна всего М-ка с галкой, она у меня имеется. Так что это все барахлишко я продам. И наварюсь. И богатым стану. Но это не точно. Ну все, господа, на сегодня, пожалуй, хватит. Отличный получился крайний рейд сегодня. Я прям не нарадуюсь. Душа поет, когда за один рейд делаешь несколько квестов, причем таких сложных. Надеюсь, и вам тоже было интересно. На сегодня у меня все. До следующего выпуска. Еще раз поздравляю победителя в конкурсе. И конкурсы будут еще. Но обо всем об этом уже в следующем выпуске. Всем удачи, спокойных рейдов вам. До свидания.